друзья, с вами я, Кирилл. И сейчас подождите маленькую музыку. Павлик, сегодня мы играем в Puppy Playtime. Первая глава. Да, я решил пройти сначала все главы. Даже постараюсь заснять третью главу, потому что вот недавно вышла. Давайте же начнем. Глава первая. Крепкое объятие. Будущим бывшим работником компании «Веселье час», вы, наконец, возвращаетесь на фабрику спустя много лет после того, как все внутри исчезли. Да. Как все внутри исчезли. Да. Странно это, конечно. Так, что это у нас тут? Какой-то мультик, да? Можно как-нибудь пропустить? You are about to see the most incredible... Пропустить. Мне неинтересно это. Так, сейчас у нас все загрузка. Ждем. Ой, сейчас что-то будет. А что так все пиксельно? Наконец-то здесь можно телевизоры пропускать. Господи, я думал, это никак... Так, давай. О, как давно я эту ручку не видел. Ой-ой-ой. Так, настройки. Давайте. Hi, my name is Late Pierre, and I'm the head of... Будем включать так, чтоб... Типа, ой-ой-ой, правда. Хаги-ваги! Тут еще два хаги-ваги стоят. Тут братики твои, да? Слушай. Замолчи! Ваги, скажи... А, вон, у тебя что-то висит. Ключ от этой двери. Так, помните, будет. Будьте добрыми, пунктуальны, вежливы, не пытайтесь пугать лейтена Пьера. Нельзя. Типа, задерживайтесь после 8:00. Употребляйте временную компанию, не мешайте работникам. Понятно. А сейчас мы будем все это клеить. Давай. Сейчас мы все тут активируем. Дверь закрылась. Ага. Чтоб никто не видел, как он пропадал, да, вы все тут сделали? Все правдоподобно, обновили, да, игру эту. Молодцы. Это. Я не знаю, почему. О, рука была сейчас твоя. Подла, рука твоя была! Я все видел! О, я все видел! Так. Тут у нас есть, наверное, DVD. Как, кассеты, чтобы посмотреть. Давайте сейчас... Я найду все, короче, сейчас эти батарейки, типа. Вот один. Вот, все. Вроде у нас все, да? Где-то кассета должна быть, нет? Ладно, не будем заморачиваться на кассетах. Так, это что у нас? Надо кассету найти где-то. Где кассеты? Кассеты. Ага, нам нужно сюда учить. Так, подходи, Вадим. О, смотрите, какая она прикольная. О, мне теперь новые руки. Что у нас они вот, чтобы вот так было. И побежим. А, куда я побежал-то? Ё-моё, я дурак. Так, сейчас нам нужно активировать, да, электричество. Это ж подло. А что делать? А. Так, что мы делаем? Мы активируем тут, скатываемся тут. Так, меня тут... Так, все у нас. Я с размером.
как нам это сделать? Так. Потом вот так. Так. И вот так. Это невероятное чувство. Так, ладно. Кто хочет, тот читает. Хотя как бы без читать? Питание. Ой! Ой-ой-ой, это громко! Изготавливают, вот пчелка изготавливает. Можно коробку взять? Что-то с ним происходит. Все, игрушка, пойдем. Ты здесь еще, игрушка, пойдем искать. Все, игрушка, мы сейчас тебя сюда положим. Ты обсканируйся. Игрушка. А куда игрушка-то пропала? Игрушка пропала! О, Кудиваги, а ты где? А, вот он ты где, братан! Все, я побежала тебя, лавдерчик. Так, побежали. Он уже бежит! Капец, он уже бежит! Быстрее, бежим! Так, сюда. Ня-ня-ня-ня! Ай, наверное, не туда забежал, где ходил? Куда? Все, хорошо. Куда? Нет! Нет! Земля тебе пухом. Жалко, что Хагивагич больше вообще никогда не вернется. Вроде нам даже и сам... Сами разработчики вроде говорили, как я помню. Я не знаю, может быть и вернется, может это правда. Не знаю. Да, кассета лежит. Давайте мы ее подберем и включим. Final log in relation. Experiment. Прототип. 006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. Короче, это прототип, я знаю, кто это. Так, нам говорили найти цветок. Мы нашли цветок. Теперь можно музыку. Чин-чин-чин. Чин-чин-чи-джин-джин-джин. Чин-джин-джин. Так. Каким образом, конечно, этот шкаф отсюда упадет, когда во второй голове? Я даже не знаю. Вот сама эта попа. Ну, что ты попа? Ты открыл мою дверь!
И что? А это конец? Все? Капец, она короткая, всего лишь на 15 минут. 16:04. Ладно, короче, всем спасибо за просмотр, всем пока.